Здравствуйте, меня зовут Михалев Александр, город Воронеж. Стих Самуила Яковлевича Маршака «Поповка». На конкурс дети читают стихи. Отступая из села Поповки, немцы сожгли ее дотла. Работоспособное население они угнали с собой, а стариков и детей расстреляли. Единственным жителем Поповки был трехлетний Петя. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу его спалили, угнали маму со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.